Это называется Фаворит Баланс. Фаворит Баланс. Семен, здоровайся с народом. Здравствуйте вам всем. Друзья, привет. Вырвались мы с Семеном порыбачить. Не получается в последнее время у нас часто видеться. Хотелось бы, конечно, почаще выбираться на рыбалку вместе. Ну, вот, довелось. Вырвались на реку Днепр. Сейчас будем пробовать искать судочка. Пока вместе течения практически нету. Немного еще на струе постоим, когда начнут пихать воду. Ну, а потом, по мере нарастания течения, мы, наверное, поедем немного окуня половим. Так, ребят, по снасти сразу пробегусь. Я сегодня буду ловить на свой фаворит Professional с тестом 5.25. Катушка Shimano Technium 2500, шпулька, шнур. Кстати, новый я на прошлом видео показывал. Шнур у меня фаворит, название 10LB. Так, и по приманочкам сразу сейчас скажу пару слов. Я буду начинать с такого рейнса. На прошлой рыбалке он показал себя очень отлично. Ну, как я его называю, это дождевой червь. Вообще реально очень похож на дождевого червя, на выползка. Название его Rains Sweep Mover. Расцветка лох по-нашему. А Семен начнет с отечественного производителя. Это Fanatic, а конкретнее Larva. 3 дюйма. Все, будем начинать. Кстати, на моей точке, где надо было остановиться, стоят люди. И мы стали немножко в стороне. Ну, как будет, посмотрим. Друзья, что-то только что цепанул. Непонятно что. Но что-то, блин, сопротивляется. Но походу не клюнуло. А такой, как сомика небольшого. То ли багранул, то ли я не знаю. Или бель какую-то, может, лещик. Ну, я так думаю. Даже не могу ничего сказать, что это вообще. Но что-то сопротивлялось. Вот по кончику спиннинга. Да хотелось бы. Слышишь? Смотри, смотри. Да не, походу небольшое что-то. Белое, может, карасик. Судачок. Он просто промазал. Просто промазал, да. И было что-то такое непонятное. Я думал, в камешек уперся. Ну, вот начало есть. Да, молодец, красавчик. Иди сюда, называется. Да. Вот первый имеется за сегодня. Ну, друзья, клюнул он на дождевого червячка от Rains. Ну, я показывал, как он правильно называется. Так. Так, Семен, говори, мы запекать будем сегодня? Да я думаю, да. Если будем, я оставляю. Если нет, я его выпущу. Будем. Так, друзья, ну, я думаю, вы видели мои видео и знаете мое отношение к рыбе, а в частности к такого рода судачкам небольшим. Ну, сколько он тут? Полкила, я не знаю сколько. Может, даже того, да, полкила нету. Но сегодня мы хотим два штучки взять, поймать и в углях запекти с лимоном скушать. Ага, прикусил мне палец. Так что, ребят, я его пока посажу на кукан. Если будет покрупнее, я этого отпущу. В общем, не выдержала душа. Столько у нас всяких вкусностей мы понабирали. Хотели второго судачка или хотя бы пару окуней уговорить, но, ребят, что могу сказать, не получилось. Воду толкают просто, ё-моё, ну, на основной струе. Несет сильно траву, ловить вообще невозможно. Ну, а здесь чуть-чуть за кабайку стали, тоже окуня покидать. Посмотреть, но что-то голяк вообще, не знаю, с чем связано. Прошлая рыбалка, я по этим своим точкам нормально отловился. Так что будем кушать. Может, ближе к вечеру что-то проклюнется. Дальше? По-любому. Ну вот, если Семен сказал по-любому, значит так и будет. Друзья, есть поклевочка. И это у нас голавлик. Красавчик. Голавль на Днепре. Мы только что с Семенчиком нашли такое интересное место. Да! Красавец! Вообще! Смотрите, ребятки, какой голавлик.
И взял он на блесенку СВ Фишинг. Но здесь он какой-то побольше, чем слышишь, чем на этом, чем на псле. Такой он маленький, но такой мясистее намного. Так, все, друзья, товарищи, с этим красавчиком мы пофотографировались. Ну, его мы, конечно же, отпускаем. Опачки. Потому что ну, рука не поднимается взять такую рыбу, как главля в таком размере. Тем более на Днепре пойманный. Воздушка чуть-чуть хватанул. Так, красавчик пошел. Все. Вот что-что, но вот эту рыбу, вот, Семен, я тебе честно скажу, рыбу головля я очень уважаю. Она очень сильная, даже при небольшом размере. Ну, для меня это как какая-то благородная рыба. Мне ее жалко вообще забирать, если она там ну, небольшая. Там, если ну, надо было на сплаве брать там, на уху, то брали. А так я всего головлю отпускал. Тем более пойманные на Днепре. Так, друзья, собственно, сейчас вам покажу, на что я рыбачу. Если приобрел несколько блесен, это у меня блесная СВ Фишинг. Я ранее не имел с блеснами, с такими с микроколебалками дело, но думаю, возьму, попробую, потому что ну реально от друзей, от знакомых слышал, что эти блесна ловят. В данной ситуации сработала СВ Фишинг Паник. Цвет вот, думаю, видно. PS32 цвет. Ну, еще у меня есть несколько вариаций. Кокетка, Metal Twitch, Flashline и Индивид. Вот сейчас поставил Паник и сработало. Ну, красиво. Ребят, честно говоря, ну, думал окуня поймать. Но был один выход голавлика. Я уже понял, что это голавлик. Ну, вышел он, я камеру так наготове держал. И все-таки бабахнул. Красиво. Вот тем более вода здесь прозрачная. Намного чище, чем последний раз была на псле, когда я рыбачил. Вот видно даже, как блесенка играет. Сейчас я вам покажу. Игра у блесны вообще прикольная. И вот так вот шла блесна, я ее уже видел. И только пуф, вот здесь уже в поле моего зрения бахнул голавль. Это настолько красиво. Надо будет на следующий сплав взять эти блесенки и попробовать чисто на них еще побомбить. Ты прикинь, Семен, ты видел уже в поле нашего зрения. Смотри, второй шел. Он и ушел, смотри, видишь? Я в очках, просто мне видно. Да, ушел второй. На камеру тоже не будет видно. Второй за ним шел, понял? Ребята, это... Будь здоров. Смотри, один в один, они небольшие. А ну-ка, сейчас мы спиннинг поставим. Буквально на следующем забросе. Глянь, какой красавчик. Да ты шо? Сейчас мы тебя сфотографируем вот так вот с блесенкой. Так, стоп. Я тебе... Я тебя знаю, Барбос, и поэтому давай, наверное, вот так вот. Потому что ты мне на сплаве натворил делов. Так, все, друзья, ну, понятное дело, отпускаем. Раздуплился. Красавчик. Все, ушел. Да, блин, я как-то вообще, ну, купил эти блесенки. И, знаете, ребят, честно говоря, их и не ставил. Вот тут стали, думаю, ну, так, такой бережок, знаешь, камешки так лежат. Интересно, так разбросаны. Там камешек, там, ну, большие камни. И за ними вот такие буруны. Решил попробовать. Ну, думал окунь, ну, капец, ну, голавль, бах, второй буквально там через заброс. Круто, честно говоря, вообще классно. Так, ребят, я сейчас хочу попробовать, ну, что-то они промазывают часто. Как бы голавлики там есть, три штуки охотятся сейчас. Красавчики такие вообще. Я сейчас вот эту паник дал Семену, пускай поставит. У него что-то на вертушку пока глухо. У него как раз фаворит баланс. С тестом 3.10. У него вообще четенькая снасть под голавлика.
А я, ребятки, поставлю кокетку от свой фишинг. Вот кокетка 3,8 грамма. У меня как раз от декой раунд снэп. Такие вот застежки маленькие, как раз в тему. И Семенчику мы тоже поставили такую застежку. Так, ну, думаю, на кокетку, может, все-таки попадет. Потому что три поклевки было, но что-то он в бочину лупит ее и все. Ух ты, нифига себе, слышишь? Лупанул так красиво, я вообще просто в шоке. Работает. Кокетка, так слышишь, так покрупнее походу. И сразу водоросли завел и стал. Есть, увидел. Да не, может не крупнее, ну влупашил капец просто. Гля, красавчик. Угу. А ну иди сюда. Да-да, покрупнее чуть-чуть. Ну, да, на грамм 100. Красавчик, на кокетку 3,8 грамма. Блин, ну, друзья, что можно сказать? Можно сказать здесь только одно, что я потихоньку начинаю влюбляться в свой фишинг. Ты шо? Я не хочу тебя крепко зажимать, потому что на псле у меня уже тройники в руках сидели. И поэтому... Где мой либгрип? Сейчас мы тебя вот так аккуратненько возьмем. Этого мы тоже. Ну, либгрип, по крайней мере, ну, что говорят, там травмирует рыбу. Я не вижу, чтобы он ее травмировал. Очень гладкая здесь нержавейка, без всяких зазубрин, заусенец. И... Ну что, малой, давай раздупляйся. Все, красавчик. Глянь, красавчик, и пошел аккуратненько. Блин, ребят, я, блин, ты шо, отменял такой вот лайк производителю SV Fishing, снимаю шляпу, честно говоря, что-то, ну, слышал, что ловят там, но так, чтобы ловили, ну, прям хорошо голавля, ребят, сами видите, и где, на Днепре, реально, Днепр, это не псел, я не на сплаве, я думаю, на сплаве они будут вообще лупашить, я, наверное, поначалу буду и упираться в эти блесенки, потому что очень сильно мне понравились, как они работают, ихняя игра, плюс вес, немножко они побольше имеют веса, чем маленькие воблерки, соответственно и полет у них будет получше. Так что, друзья, пока как-то так, попробуем сейчас еще немножко голавлика пособлазнять. Видел? Это капец, ребята! Я чисто кинул на глубину 30 сантиметров. Мы просто там вот проходили только что, решили чуть-чуть переставить лодку. И увидели, что такие маленькие голавлики ходят. Я просто ради прикола кинул. Там глубины 30 сантиметров. Смотри. Вообще, откуда бы он вышел, непонятно. Красавчик ты мой. Смотри, красавец какой. Да. Кокетка, смотри. Вот, ребят, что я хотел сказать. Именно по голавлю, вот даже вот не крупный голавль, я сразу понял. Вот кокетка работает лучше... Чем паник в чем? В том, что она меньше размером, ее голавль просто всасывает лучше. Если там, ну, на три поклевки один точный удар приходился, здесь две поклевки и два точных удара. То есть из двух поклевок он точно бил, и я его засекал. Так, ну что, сейчас мы тебя еще, наверное, сфотографируем с упаковочкой кокетки, чтобы люди понимали, что это за блесенка, какой цвет. Так, все, все, ребятки, фотосессию этот красавчик тоже прошел, и мы его благополучно вот так вот отпускаем. Вот мне нравится, как они сразу тормозят, тоже чуть-чуть воздушка, ого, стартанул, воздушка хватанул, и вот это вот первый, что этот тормоз его. Так, ребят, по цвету FL14, это кокетка 3,8 грамма. Вообще классно, я ее веду, я ее вижу.
Главель только снизу, хлоп, выскакивает вместе с ней с воды и реально засекается. Я просто капец, слов нету от такой рыбалки. Напслина воблер, да, это эффектно. Но здесь на Днепре, когда этого не ожидаешь, достаешь просто с бухты-барахты блесна, которые просто купил там, чтобы когда-то напсли использовать. И реально попадаешь на вот такую вот раздачу головля. Ну пускай не раздачу, головль не крупный. Но все равно, ребята, вы же понимаете, что мы же не за рыбой едем, чтобы натрамбовать. То есть ощущения важны. Смотри, идет. Опа, отлично, ты шо? Я, блин, сошел. Ну, мне кажется, камера должна это будет засечь, передать. Ты шо, вообще вот здесь вот. Ну, сход, друзья, сход просто, наверное, в край губы зацепился. Опачки, друзья, наконец-то. Под конец уже, завершение дня. Ну, такой попался, блин, судачок. Или я его за подбородок, или такой килушный, наверное. Не, блин, вроде сейчас легче пошел. Но сам факт того, что, блин, я сегодня уговорил судачка под вечер. И походу получше он, чем просто пистолетики все вот эти вот были, что на прошлой рыбалке. А ну хоть покажись. Под лодку давит. Да, красавчик. Да. Ну, не килошный, но вот этого я, наверное, уже домой с собой возьму. За верхнюю, да, губу? Да, так красиво лупанул. А ну иди сюда. На прошлой рыбалке много их отпустил. Так, ну и сработал у нас Рейнс Свэмп Мувер, как-то так. Ну, я его называю дождевой червь. Так, Семен, ты меня щелкнешь с этим красавчиком? Так, ну что, друзья, вот что мы имеем. Вот такого вот красавчика под конец рыбалки. Ну, как сказать, на фоне всех рыбалок последних, то есть на фоне вот этой рыбы, что сейчас ловится на Днепре, ну, я этого, наверное, заберу с собой. Взял он на вот такой вот Рейнс, дождевой червь. Кто смотрит мой канал, наверное, по прошлой рыбалке видел, как я отловился на этот силикончик. Ну, судачок такой, ну, незачетный, но, по крайней мере, красивый. Под конец дня его было взять очень приятно. Ты шо, ты шо? Друзья, Семену говорю, блин, сейчас я еще разочек кинул. Вот разочек кинул, сразу заработал поклевку. Я просто в шоке. Это то, о чем мы с тобой говорили, что под вечер может что-то будет проклевываться. Ну, этот, конечно, не такой красивый, хотя... Друзья, только что села батарейка, я оперативно отсюда вытащил, вставил. И, блин, еще не доставал судачка, вот только поднимаю, просто, чтобы все на камеру заснять. Но этот, конечно, поменьше. Опачки! Ну, это ж протик, Семен, это ж протик, держи. Спиннинг. Блин, вот крючки от декой, офсетники, я что-то раньше в них не верил, но реально работают на ура. Все, этого красавчика мы... Так, вот сейчас аккуратненько. Все. Молодец, расти большой и приплывай года через 2, а то и 3. Ну да, хватит и 2. Да. Ты прикинь. Походу и на камеру заснял. Ты шо, такая красивая. Ух ты, глянь, давит как злодей. Такая красивая поклевочка, Семен. Я тебе говорю, так нежно, знаешь, взял. Тук-тук-тук-тук-тук. И только фук, иди сюда. Глянь, поддавливает как. Не, кила нема. Ну, знаешь, дергает так. Вроде и небольшой, а дергает так, что фрикциончик лучше послабить. Знаешь, чем черт не шутит. Дерганет. А ну давай, показывайся. Ну такой, не знаю, наверное, такой же, как у той первой. Сейчас я его даже удилищем. Добро позволяет. Фаворит профессионал.
Ну, такой уже покрасивее судачок, конечно. Так, все, все. Отлично, сетничком пробило. Так, этого пистончика мы тоже, конечно, отпускаем. Все, побежал. Спасибо ему, конечно, за предоставленный мне адреналин, который он мне принес под конец рыбалки. Это вообще просто бомба какая-то. Сегодня по голавлику так немножко пострелял. И еще под конец судачков так тук-тук. Так красиво. Ну что, ребят, пора, как говорится, и честь знать. Отрыбачили мы сегодня с Семеном, ну, я считаю, более или менее. Но скажу сразу, у Семена была неподходящая снасть для струи. То есть, когда сильное течение, в принципе, ему с балансом тут делать было нечего. Сема еще сегодня очень сильно ноги спалил, потому что, ну, капец. Да, солнце сильно пекло, и поэтому рыбалка сегодня не входила в его планы. Он очень сильно настроение сменил. Да, ну, Семен больше наблюдал, чем рыбачил, так что, скажем там, чтобы никто камнями не кидался, Семен молодец. По рыбалке рыбачит хорошо. Во-первых, просто снасть не та, а во-вторых, ну, сгорел человек, такое дело. Ну, у меня получилось сегодня немножко порыбачить. Ребят, все, мы сворачиваемся, будем ехать домой. Все, друзья, попрошу, как всегда, пожалуйста, не забывайте поставить лайк под видео. Кто не подписался на канал, обязательно подписывайтесь. И все, в принципе, пока, до новых встреч. Короче, у Гены там стопудово горбач такой. Не, Серег, у меня два горбача. Офигеть, ты глянь, что он делает.